Вітаємо вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Її витривалості можна позаздрити, бо незважаючи ні на що, вона йде вперед. А сьогодні принесла з собою книгу, яку сама і написала. Ольга Пометун у нашій студії – бізнес-леді, мотиваторка, спортсменка і, звичайно ж, авторка книги «Відкрий себе життю». Ось так називається ця книга. Дуже гарна обкладинка. Ми сьогодні її подивимось ближче, ми сьогодні познайомимося з цією розповіддю. Автобіографічна розповідь, і вона розповідає не лише про те, як живе Оля і що вона зробила в своєму житті, а вона ще і надихає на звершення. Дуже рада бачити вас у нашій студії, Оля. Здравствуйте, я теж дуже рада знову бути в вашій студії. І як тепер уже, навіть на моїй презентації, ведучі говорили, відтепер ще пише книжки. Відтепер пише, так, але не відтепер, я знаю, що ви писали їх і раніше, і просто зараз видали, і були вони у рукописному виданні, а тепер вже надруковані, тому можна сказати вже про те, що пішла справа і перша книга вже є. Як пройшла презентація, розкажіть, вона проходила у вашому рідному місті Кам'янське, і ось якраз можна було прийти усім бажаючим, подивитися, послухати. Можливо, придбати, хто як, але усе можна було зробити для себе і для того, щоб поповнити свій багаж. Так? Презентація пройшла просто шикарно. Гості мої після презентації говорили мені, що вечір був, що називається, на високих вібраціях. Говорили, що наскільки вот ти позитивна по житті, настільки були такі ж мої гості. Всі були настільки красиві, нарядні, відкриті. І, знаєте, вот после уже вот месяц прошел, да, после моей презентации, то есть эмоции не утихают. Я ежедневно получаю отзывы, я ежедневно получаю комментарии. Конечно, уже есть прочитанные как бы отзывы о книге. Потом самое интересное, что первый отзыв я получила на второй день. Так швидко прочитала книгу. Да, презентація пройшла 13 числа, в полседьмого вечора було начало. 14 числа в 3 часа дня я получила перший отзыв. Девушка купила книжку, сказала, що ночь не спала. И вот к обеду второго дня она ее уже дочитала. И это уже был первый отзыв. То есть вы понимаете, какая была атмосфера, какая была энергия на этом вечере, что, конечно же, я очень много сразу книжек продала. Конечно же, ну, после у меня взяли наши местные магазины, с удовольствием взяли книжку на распространение. И вот все гости, которые были более как бы со мной знакомы, да, сейчас я с ними общаюсь, единогласно все говорят о том, что вечер их зарядил, вдохновил, и было все просто шикарно. Яка мета була поставлена вами, и перш ніж ви почали писати цю книгу? Изначально это был дневник. Это даже не планировалось как книга. Я уже рассказывала о том, что когда попала в спорт, мне было очень сложно, и у меня было очень много эмоций. Я начала вести мотивационный блог, хотя тоже не просто не мотивационный блог, а просто страницу в Инстаграме, да, и потом оно уже переросло, само собой, в мотивационный блог. Но там количество текста было очень ограничено, и я не могла просто выложить туда все свои эмоции и мысли. Я писала дневник. То есть книга начинается датой ровно через год после того, как я попала в бассейн. И вот в этот день я начала вести как бы свой дневник. Изначально я думала, что это будет дневник спортсменки вот, по плаванию, там, вот, Пометун Ольги. Я вела его в таком формате примерно год. Когда я поняла, что вот как-то тяжело, еще очень, наверное, далеко до спортивных каких-то результатов, был момент, когда я приостановила этот период. То есть я просто занималась, и вот как-то с писанием у меня немножко тормозилось. И вот уже по прошествию 2 лет, в том году летом, когда я осознала, в принципе, что дало мне занятие спортом, что дал мне именно мой бассейн и мое пребывание там, когда меня начали приглашать на мотивационные встречи, когда начали... Ну, моя жизнь поменялась, и поменялась в лучшую, конечно же, сторону. И такое, знаете, произошло, допустим, как я говорю, открытие меня даже в каких-то аспектах.
Я поняла, что вот для чего я туда попала. И вот о чем может быть это продолжение этой истории. И я поняла, что нужно ее дописать. Но немножечко уже как бы скорректировав конец, да. Но, к сожалению, времени катастрофически уже не хватало. И было очень много действий, и работа, и спорт, и встречи. Но благодаря пандемии 2020, да, получилось так, что тренировки отменили, встречи отменили, и было много свободного времени. И как я сейчас люблю говорить, что я воспринимаю все для чего-то, поэтому я поняла, для чего я должна побыть дома, у меня есть книга, мне нужно ее дописать. Был очень знаковый момент, очень мне понравился. В феврале месяце я была на одной из встреч, и ко мне подошел мужчина и говорит, поблагодарил меня за выступление, и говорит, девушка, вам нужно написать книгу. Вы знаете, я говорю, я ее пишу, но у меня катастрофически не хватает времени. Он говорит, вот найдите время, пожалуйста, напишите книгу. И это был конец февраля, и 12 марта нас как бы отправляют на карантин, и я понимаю, что вот оно, моё пришел время. Час, так. Да. Ну, насправді, люди надихаються, от надихаються вашим життям і такою цілеспрямованістю. Я думаю, що це якось, мабуть, з характером пов'язане, тому що ви не звикли ні на що зважати. Тобто, ніякі труднощі перед вами не стоять. От вперед і все. А яка задача у вас є? От ви кажете, є задача. Яка? Ну, була задача, допустим, написати книгу, да? Задача зараз отримати медаль. В спорте. Так, медаль. Да. Це яку медаль треба отримати? Ну, почнемо, как бы, які соревнования будуть. Такі, першу. Да, первую, першу, да, медаль. Да, первую, угу. Да. То есть это чемпионат України, ну, как бы, посмотрим, какие будут, ну, будет ли он вообще, ну, ну, коли, якщо медаль буде, то ви, да, будете готуватися. Я зараз вже готовлюсь. І все вже вперед, тільки перемагати. Да. Іншого шляху назад вже точно не піде. Ну, так, для себе займатися, це вже не те. Ні, вже, конечно, треба досягати, да, звершень. Так. Да. Ну, для себе це вже як-то неінтересно. Мені ж не розвиватися. Я вважаю, що мир розвивається постійно. І чоловік, який розвивається, він йде в ногу со временем. А чоловік, який не розвивається, навіть просто думає, що він стоїть, але насправді він не стоїть. Він, к сожалению, відкатується назад. Це правда, це точно. І от ваші оці мотиваційні слова, і те, як ви поводите себе, і як ви поводите себе з молоддю, люди часто приходять до вас послухати, як ви їх будете мотивувати, чим саме. А як ви думаєте, чого зараз не вистачає молоді? Чому вони десь, можливо, не знають, куди їм іти, як їм розвиватись, з якого боку почати? Не вистачає хороших прикладів. Понимаете, вот очень много пиарится и даже там везде показывается насилие. То есть в лучшее эфирное время на телеканалах показывают какие-то там, ну, такие, знаете, провокационные какие-то передачи, непонятно о чем. То есть очень мало мы показываем успеха, радости, достижений. Может быть, некоторые считают, что это хвастовство. Некоторые боятся там, знаете, что-то сглазить там как-то. Но на самом деле, действительно, этого очень мало. И в каком-то моменте я пока, ну, там, бывают некоторые, там, ты вот хвастаешься. Говорю, да я не хвастаюсь, это мой стиль жизни. То есть, если ты воспринимаешь это как хвастовство, то это твои проблемы. Я просто показываю, как я живу, и все. І що мені дуже подобається, що ви ж ставите планку вище і вище. Тобто сьогодні я це зробила, завтра в мене інша планка, я, да, післязавтра я досягну вищих вже вершин. І це ви робите поступово, ви знаєте точно, до чого треба йти, і знаєте засоби. Бо зараз більшість людей не знають, як це зробити. Ну, хотілося б, так. Кому ж не хотілося б, наприклад, там, не знаю, в кожного ж своє щось є, так? Хтось там, можливо, хотів стати чемпіоном там в спорті, а хтось, можливо, там, не знаю, на конкурс краси хотів би потрапити. Ну, тобто, насправді, у людей різні такі є мотивації якісь, так? Але вони точно не знають, якими засобами це краще зробити. І шукають, десь, може, інтернет, де хтось підказав, десь щось якось, як ви знайшли цей вихід, як ви знайшли той шлях, який вам допоміг? І як ви працюєте кожного дня? Я вам кажу, що у мене є задачі. У задачі є дія. Дуже хороше враження моєго тренера, коли вона говорить, слона потрібно їсти по частям. І, насправді, ці дії потрібно розбити на етапи.
Допустим, когда я хотела поменять машину, у меня сейчас уже третья машина, да, в моей жизни. Конечно, я купила одну, получилось ездить, я немножко заработала денег, там, продала, доложила денег, купила следующую, да, и по такому принципу. Так само в спорте. У меня есть тренер, есть программа. То есть, конечно, есть люди, которые, я обращаюсь к специалистам, и когда у меня есть желание, у меня есть запрос, я ищу специалиста в этой сфере. Одному это, ну, невозможно сделать, да. Так же самое с книгой. Я написала, я обратилась к редактору, потом в типографию. То есть все это будет постепенно, конечно же, проявляться. Конечно, у каждого действия есть алгоритм его выполнения. Оль, а вам що, не відмовляють? Ну, от ви прийшли з книгою, а вам би сказали, ну, добре, до нас приходять кожного дня люди, і могли відмовити? Вам не відмовляють? Ні, ну, чому? Я позвонила в три редакції. А, відмовляли таки, ну, десь конечно, відмовляли. Да. Ага. Ну, і як ви реагуєте, коли вам кажуть, ні, вибачте, це буде пізніше, чи там, давайте якось... Ну, значить, будемо искати другую. Угу, нет, так. У меня всегда есть четкий план, вот как я это вижу. У меня даже был такой смешной случай по поводу обложки. Я сделала фотосессию и выложила несколько фотографий в Instagram голосование. Сейчас признаюсь моим читателям, они будут на меня обижаться. Я думаю, не будут. И сказала, что, ребят, помогите мне выбрать. Вот у меня есть три варианта, я прислушаюсь к вашему голосованию, к вашему мнению. И начали все там голосовать, писать мне комментарии. Мне позвонила кума и говорит, ну ты же уже выбрала. Ты же уже знаешь, какую ты фотографию поставишь. Ага. Я говорю, ну, я хочу посмотреть, как бы совпадет мое мнение с мнением моих читателей. Она еще? Говорит, ну-ну. Співпало чи ні, Оля? Ні. Ще була смішна історія. В Інстаграмі і Фейсбук я виложила на порядки по-разному. Перша, вторая, третя була в Інстаграмі. І наоборот, перша, вторая, третя з кінця була в Фейсбуці. Я знаю психологію людей. На те, що вони реагують перші 5 секунд. І от Інстаграм проголосував за першу, а в Фейсбуці вона була третьою. І Фейсбук проголосував за першу, хоча в Інстаграмі вона була третьою. Ну все, ясно. І ви поставили те, що самі подумали в перший раз. Да. Так, це вона, але ну, хоч якась десь би співпало чи ні? Да, ну от в Фейсбук я виложила ту, яку я хотіла першою. Так, і, тобто це да, та якраз з Фейсбуку. Ну, давайте тоді подивимось на неї трошки ближче. Вона дуже-дуже символічна. А здесь було продумано мною, мабуть, кожна строчечка, і коли я робила презентацію, я говорила, що це не просто історія мотиваційна, це не просто історія прожитая мною. На самом деле, вона заряжена. Тому що, дійсно, всю цю історію я прожила, я зарядила ее всей своей энергетикой, которая у меня была. И почему сейчас такие отзывы? У меня там подростки читают, в спорт пошли, там более взрослые люди там на работу пошли. Ну, в общем, за месяц, я не знаю, мне кажется, лет через 5 я издам книгу отзывов о книге «Открой себя для жизни». Ось так. Оль, ну це дуже добре, коли є такий великий успіх. Ви прийшли до нашої студії, вас привезла мама, так? Да, ви з мамою прийшли, і я думаю, що мама пишається такою донькою. У неї дві доньки, да. І старша, і молодша, і обидві доньки багато чого досягли і зробили в своєму житті. Я думаю, що батьки теж старалися виховувати вас так, щоб ви, не зважаючи ні на що, йшли вперед, досягали своєї мети, и чтобы у вас был успех. Оль, а про что вы мечтаете? Есть у вас какие-то мечты? Конечно. Развиваемся дальше. У меня есть очень большая мечта заниматься мотивационной деятельностью. Вот буквально сейчас я еду на две встречи. У меня будут мотивационные встречи уже здесь, в вашем городе Днепропетровске. И у меня есть большая очень мечта и большой проект. Он уже прописан. Я бы хотела заниматься в школах мотивационной деятельностью с подростками. Я считаю, что самые большие травмы такие психологические мы получаем в детстве. И чем здоровее будет детство, тем больше будет счастливых взрослых. Звичайно. А соответственно и будет краше этот мир, да, в котором и мне будет легче и приятнее жить. А як ви з ними хочете займатися? Ви будете їм розповідати про себе, да. Чи будуть ще у вас якісь, можливо, уроки, якісь, можливо... Нет, я бы хотела, чтобы это было действительно мотивационные встречи. У меня есть три подгруппы. Первая – это младшие классы, где я бы хотела говорить о понятии дружбы.
как я ходила в школу, как со мной дружили мои одноклассники, и почему, в принципе, я сейчас такая стала. Угу. Средние классы – это уже принятие разности. То есть, когда идет гормональный рост, когда все начинают меняться, да, и вот начинается вот эта самая такая большая проблема с буллингом, это уже начинается в подростковом mm-hmm. возрасте, я бы хотела прививать подросткам понятие разности. И старшие классы – это свое предназначение. Mm-hmm. Потому что я тоже училась на бухгалтера, была как бы в разных работах, и вот, наверное, только сейчас я могу сказать, что да, действительно, я нашла себя, я открыла себя для жизни, и я поняла вообще свое предназначение в этой жизни. Ну, вже хочеться почути ту відповідь, як ви відкрили себе, і що ви побачили в тому, що може бути в житті, і що може вам дати той всесвіт, так, з яким ви живете? Ну, я проработала свої страхи. И я говорила, что когда я заканчивала школу, я мечтала быть врачом. Но я как бы не смогла в силу своих болезней, да, там, в силу своего физического состояния это воплотить. Поэтому я пошла в бухгалтерию, да, как многие советуют, там, это было для меня хорошо. Но я понимала, что я хочу быть с людьми, я хочу вот какую-то нести такую благость, какое-то такое вот, ну, наверное, не лечение физическое, а может быть психологическое больше. И вот по прошествию того, как я проработала свои страхи, сколько я попала в бассейн, я стала мотиватором. Я тоже стала своеобразным лекарем. И то есть как бы я смогла реализовать то, с чем я пришла. Олечка, а хто вас підтримує? Чи є ті люди, які завжди поруч? І ви знаєте точно, що б там не сталося, вони будуть з вами? Звісно, це моя сім'я. Звісно, це мої батьки. Це мої близькі. Це ті люди, які дійсно, от що б не случилось, да, я знаю, що я завжди можу на них положитися, і не завжди мені допоможуть. Звісно. В спорте у меня сейчас замечательный тренер, и вообще там у меня замечательные тренера сейчас. Очень много людей на данный момент уже, конечно же, меня поддерживают. Но самый близкий – это, конечно же, только семья. Ви почали власну справу. Це не просто для будь-якої людини. А якщо у людини є ще і проблеми зі здоров'ям, так, якщо вони, можливо, не такі вже серйозні, але все одно їх треба долати кожного дня, то постає питання, як зробити так, щоб ваша справа запрацювала. І мені здається, що тут у вас були якісь навички, мабуть, особливі. Я не Работать. Знаю, як ви працювали Работать. І все? Конечно, работать. Нужно просто работать. Бывают разные периоды, бывают спады, подъемы, но нужно работать. И тогда все будет работать. А як ви починали? Чи був у вас перший капітал якийсь, який ви вклали? Ні, це все було дуже мізерно, тому що це був мінімальний набір необхідних средств. І це було пару уроків у подруги, яка на той момент вже цим займалась. Потім це були всі руки мами, сестри, друзів, на ком бы я могла шлифовать свои навыки. Я начинала еще с акриловых ногтей, то есть гель-лак пришел уже позже. И потом, конечно же, работала сарафанное радио. То есть я всегда была общительная, я всегда была коммуникабельная. Конечно же, первое время о заработке, то есть не стоит думать, нужно делать навыки. Конечно, первое время это навыки, это опыт, и потом это работа. Это работа на клиента. То есть, когда ты хочешь достичь результата, ты на какое-то время должен забыть о своих удобствах, о своих желаниях, о своих каких-то амбициях. Потому что ты подстраиваешься под клиента, ты работаешь, ну, на износ, ты работаешь по 10 часов в сутки, потому что нужно наработать именно клиентскую базу, и нужно наработать опыт. Когда ты уже через год-полтора примерно можешь говорить о том, что у тебя есть опыт, у тебя уже есть скорость, у тебя уже есть частота работы, а тебе уже знают, конечно, тогда ты уже можешь чувствовать себя более-менее расслабленно. Ты можешь выстроить график работы, то есть ты можешь сделать себе выходные, потому что первое время об этом не идет речь, нужно уметь вкладывать. Угу. Понимаете, для того, чтобы получить результат? Ну, ви вклали себе, виходить, так? Вклали себе в ту справу, яка потім вже стала вашою, да, у житті. Да. І вже після того пішло заняття спортом, так? Чи це було одночасно? Ні.
Когда я поняла, что я вот достигла того, чего я хотела, у меня была замечательная работа, график был расписан на несколько недель вперед, то есть у меня был хороший доход, у меня была хорошая база, я понимала, что в принципе я достигла той стабильности, о которой я, все мечтают, да, в своей жизни. Но это не мое. Вот мне говорят, тебе некомфортно в зоне комфорта. И когда вот, знаете, червячок твоей нереализованности, еще у тебя вот бывает такое вот, что-то говорит тебе, ты понимаешь, что ты не можешь сидеть на месте. И я пошла в спорт, не подозревая о том, что будет. Оль, но все равно жизнь навіть, я буду выводить на я это. Я навіть не знаю, який ще червячок там сидить, що ви наступного разу прийдете нам і покажете, але я настільки рада за вас, і я впевнена, що усі вершини будуть підкорятися, бо ви така людина, яка того варта. Спасибо. Йдете вперед, не зупиняєтесь. Ну і така книга, вона стане справжнім мотиватором. Я думаю, що люди, які просто захочуть почитати, вони будуть задоволені, вони будуть знати хоча б той алгоритм, який привів вас до успіху і, можливо, скористаються вашим досвідом і зможуть зробити собі те ж саме. Ольга Пометун сьогодні була в нашій студії. Дуже дякую вам. Дякую, що приїхали до нас, приїхали, здолали таку відстань. І будемо чекати вас ще у нашій студії, звичайно. Спасибо большое. Ну а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.